The American Chamber of Commerce in Russia is delighted to have Secretary Jim Baker here with us this morning. Thank you, Andrew. Thank you very much, Andrew, for that generous introduction. Ladies and gentlemen, it's a pleasure for me to be back here in Moscow. It was pretty dramatic years when communism collapsed and when I was encouraged when I saw President Obama say it's time to press the reset button between the United States and Russia, and then Foreign Minister Lavrov supported that idea when Secretary Clinton was here. So those of us who support the idea of close U.S.-Russia relations are encouraged that the relationship's going to become better now. Мы искренне надеемся, что с приходом к власти в Вашингтоне новой администрации в наших двусторонних отношениях с США возобладает позитивная динамика. Результаты первых контактов с представителями администрации Обамы обнадеживают. Было бы преувеличением сказать, что наши взгляды полностью совпадают, нам есть над чем работать, но главное – налицо готовность обеих сторон к такой работе. Другое мероприятие, может быть, еще один вопрос. Сегодня, когда столь востребовано объединение усилий всего мирового сообщества в реагировании на общие угрозы безопасности, попытки навязать доминирование одного или избранной группы государств являются совершенно безответственными. Россия поддерживает необходимость совершенствования деятельности механизмов ООН, чтобы эффективнее задействовать потенциал этой универсальной международной организации. Происшествия и оказанию помощи пострадавшим. В этой связи не можем не приветствовать высказывание представителей новой администрации, что в случае изменения поведения Ирана о том, что касается стремления к обладанию ядерным оружием, США могут пересмотреть свои подходы по ТПР. Полагаем, у нас здесь появляется определенное окно возможностей. Спасибо.